Здравствуйте. С вашего позволения я начну очередной выпуск ресторанных новостей в Le Grand Café. И не только потому, что это гламурное место приносит удачу всем, кто его прочувствовал. И не только потому, что здесь хорошо заключаются договора и сделки. Дело в том, что с 20 сентября в ресторане Le Grand Café можно будет начинать свой деловой день. Разумеется, с бизнес-завтрака. А каким же еще может быть завтрак в ресторане, который находится в двух шагах от Кабмина и Верховной Рады? Хотя поэт от гастрономии Себастьян Лепенуа о высоком соседстве не очень переживал. Был совершенно уверен в том, что традиционные и праздничные завтраки его родной Франции понравятся и соседям, и приезжим. И не ошибся. Крок-месье, что по-нашему хрум-месье, внутри сыр, буженина, помидор, снаружи ароматный жареный хлеб – как начнешь хрустеть, не остановишься. Для приготовления французского творога, он только по цвету похож на обычный, Себастьян из Японии привез агрегат, похожий на сито. Из этого альянса получается блюдо столь тонкое, впрочем, ничего другого от страны высокой гастрономии и высоких технологий родиться и не могло. А чем отличается овсянка из полуфабриката, залитая дома кипятком и приготовленная Себастьяном, думаю, не стоит объяснять. Яичницу в заведении со звездами не солят. Это шкандаль, как говорит Себастьян. Ее выкладывают на сок от жареной курицы. А вот пен пердю или потерянный хлеб похож на наши гренки, вымоченные в молоке с яйцом и сахаром и поджаренные на сковородке. Мы успели привыкнуть к тому, что Себастьян удивляет нас всякими французскими кулинарными шедеврами. Почему на этот раз завтраки? Да, конечно, здесь предлагаются элегантные, деликатесные завтраки, более изысканные, нежели в других ресторанах и отелях. Для клиентов люкс. Очень требовательно. Спасибо. А вот интересно, что ест на завтрак сам шеф-повар? Alors moi particulièrement tous les dimanches c'est les croissants. По выходным я ем круассаны, а так кукурузные хлопья с молоком. Да, в обычные дни французы, особенно француженки, едят на завтраке бискот, низкокалорийные сухарики, но почему-то щедро намазывая их джемом или медом. И Себастьян сказал истинную правду: круассаны из слоеного теста, только за них можно влюбиться во французскую кухню раз и навсегда, и едят по выходным. Их пекут или покупают горячими, а круассанам венский шоколад. Он способен загладить самые безнадежные любовные неурядицы. Впрочем, промахи в деловых отношениях не менее болезненны. Так что запомните волшебное средство – венский шоколад от Себастьяна Лепенуа. Вроде бы все ясно, и все-таки я спрошу, что явилось побудительным мотивом перед тем, как ввести завтраки в ресторан Le Grand Café и открывать заведение на 2 часа раньше? Стало доброй традицией, что все наши посетители стали нашими друзьями. И просто мы пошли навстречу пожеланиям наших гостей. И только утонченное вино от торговой марки «Вайнмен» с грузинским достоинством ожидает своего часа, то есть вечера. Ведь к ужину в ресторане Le Grand Café резервируются практически все столы. Программа снимается при поддержке компании «Оливер», представляющей в Украине лучшие торговые марки Грузии «Боржоми», «Марани» и «Вайнмен». Говорят, это неизлечимо. Мол, если кто пристрастился к грузинской еде, то никакие доводы против не сработают. В ресторане «Казбек» все голосуют «за». За шашлыки, которые жарятся в зале. За лаваш, что печется тут же, в печке «Тонне». За роскошное грузинское вино и за грузинские песни. Против лишь те, кому не досталось свободного столика. Хотя «Казбек» ресторан не маленький, около 200 посадочных мест, но и их не хватило 16 сентября на презентации нового чуда грузинской кухни. Молочный поросенок, жареный в печке «Тонне» по особому рецепту шефа Анзори Кверикашвили. Не прошло и 5 минут, но максимум 10, как Анзори со своей тележкой выехал в зал. А ведь это впервые вы предлагаете этого поросенка. Мгновенно разобрали. Ты который
попробовали, они опять еще добавочно хотят. Теперь каждый четверг и каждый вторник посвящаются хрюшкам, потому что ровно в 19 часов Анзори будет выезжать в зал со своей тележкой и щедрой рукой накладывать в тарелки по полкило нежнейшего мяса с такой хрустящей, тающей во рту корочкой, что у повара не грех попросить автограф. Скоро и у нас они сравнятся по статусу со звездами шоу-бизнеса. Сезонность чая доказана веками. Летом он утоляет жажду, зимой согревает и всегда тонизирует. А быть в тонусе, иметь ясную голову, отличную память и быстро принимать решения желает современная бизнес-элита. Поэтому алкоголю предпочитает чай. Эти люди собрались 9 сентября в салоне-ресторане «Дежавю» на презентации чайной карты, куда вошли только шедевры чайного искусства от компании «Свит Чаю». Почему «Свит Чаю» ваша компания выбрала именно ресторан-салон «Дежавю»? Потому что здесь, в первую очередь, наверное, самодостаточные люди, атмосфера, которая способствует как общению, так и, наверное, пониманию глубин, которые заложены в чае, в церемонии. И вообще здесь приятные люди. Молочный Оолонг удостоился чайной церемонии в исполнении самого мандарина. В нем, правда, некоторые узнали Валентина Матковского, арт-директора салона-ресторана «Дежавю». Чайное мастерство он изучает уже несколько лет, а что потянуло? В наше время не хватает, на самом деле, нам внутренней тишины. Вот это нам дает чай. Эти 20 минут спокойствия, когда есть ты и есть чай, дают ощущение блаженство, ощущение гармонии, наверное. Парад шедевров чайного искусства продолжался за полночь. Опровергая народный фольклор, чай не водка, много не выпьешь. Это смотря какого. Бывает, выпивается целая желтая река. Речь идет о китайском чае пуэр. Этот редкий сорт годами выдерживается в земле, набираясь целебных свойств и весьма способствует пищеварению. А гастрономические излишества, ну куда же от них денешься? Так что при общении гостей всех топ-ресторанов Киева к шедеврам чайного искусства компании «Свит Чаю» дело благородное, и пока у нее нет достойных конкурентов. Мы очень рады, что мы являемся как бы пропагандистами здорового образа жизни, и если люди пьют наш чай, если он им нравится, это очень хорошо. Маленький постскриптум. Теперь каждому туристу, кто путешествует с турфирмой «Венея», полагается набор элитного чая в подарок. Не зря же они соседи. Если гипермаркет «Караван» – достопримечательность столицы, то прелесть и очарование самого «Каравана» в его маленьком гастрономическом центре – кафе «Бэкс Берлов». С появлением гипермаркета у мужчин сложилась пословица: «Пустишь женщину в магазин, до вечера не жди». В такой запутанной в лабиринтах витрин экспедиции никак не обойтись без настоящего ресторана. «Бэкс Берлов», или в переводе с немецкого «пивной чердак», расположен вовсе не на чердаке, а прямо посреди огромного магазина. Причем отделяет его от витрины покупателей не какая-нибудь стена или стекло, а обыкновенные, аккуратно выстроенные цветочки. Вместе с тем, «Берлов» — это единственное место в гипермаркете, где за курение не выгоняют и не штрафуют. Система вентиляции продумана таким образом, что рядом с рестораном покупатели чувствуют себя вполне комфортно. И только очень вкусная еда может отвлечь от шопинга. Даже обычная на первый взгляд картошечка при красивой подаче оживает и словно радуется, что ее тоже выбрали среди прочих блюд. Потому что осеннее меню от шефа само по себе достижение и решительный шаг вперед. Салат, названный «Пикадилли», просто обязан быть легким и изящным. Салаты с фасоли с тунцом и красным луком особенно хорош в дуэте с пивом. То же самое относится и к фермерскому, где винно-соевый соус удачно соединяет между собой перец, грибы, ветчину, охотничьи колбаски и сосиски. И только блины-трубочки не разгадаешь так сразу. Нужно устроиться поудобнее, заказать бокал холодного пива и немножко подождать, пока принесут свеженькие блинчики с пылу с жару.
Мы приехали в центр Вселенной. Зачем? Ну, разумеется, покушать. Потому что Шамбала – это еще и полноценный ресторан. Как вы не знали, и с Буддой не знакомы? Зря. О нем говорят разное. Кому-то кажется, что он держит солнце, а кто-то в этом видит большую монету. Неужели в Шамбале все так дорого? Зайдем, проверим. Вера в реальность Шамбала как волшебной страны не раз толкала людей на ее поиски. Шамбала радость, Шамбала клуб в Киеве отыскивается без труда. А вот о ресторане пока известно лишь то, что его кухня оказалась в руках очень талантливого шефа. Мы с вами знакомы, я знаю ваши блюда, я знаю ваш креативный подход к еде. А зрителям напомню, что Людмила 4 года работала в Варшаве. Какая еда здесь будет? Что поменяется с вашим приходом? Это соединение блюд, любимых на Востоке, и блюд, любимых в Европе. А также блюда, которые, возможно, вы не найдете нигде. Поскольку Шамбала, загадочная страна, находится где-то на стыке многих азиатских культур, они же и определяют концепцию кухни этого ресторана. Шамбалетки – что-то похожее на вьетнамские немы – рулетики из рисовой бумаги с начинкой. Соус острый, но на основе ананаса. Ями-ями или попросту ням-ням – это салат из говяжьего ростбифа, соевого соуса и всего остального, что нафантазировала Людмила. Причем весьма успешно. Дыхание дракона – очень острое рагу из ягненка с овощами. Но как его красиво подашь? В корзинке из лапши, конечно. Гости ее охотно съедают. Китайской яичной лапше с курицей и креветками остроту придает свежий имбирь. И только бифстроганов с яблоками и вином слегка выделяется из азиатской концепции. Но мало ли французов пытались проникнуть в Шамбалу. Теперь с презентацией нового меню в ресторан клуба Шамбала желающих проникнуть появится еще больше. Владислав Чернов, генеральный менеджер клуба Шамбала. Очень хочется узнать, как будет называться ресторан. Также Шамбала? Называться он будет «Тибет». Мы предполагаем в ближайшее время провести презентацию, открыться. Так что встретимся вечером в ресторане «Тибет». Последние новости о ресторанной жизни Киева читайте также в мужском журнале XXL. Известные всему народу истины «Утро вечера мудреней» и «Кто рано встает, тому Бог дает» директор и папа двух столичных казачков Александр Галушко воспринимает как руководство к действию. И не напрасно. Скоро год, как дал ему Бог второго казачка. И каждое утро он не просто дозором обходит владения свои, хотя в его казачках жизнь бурлит круглые сутки, по утрам он дает им заряд бодрости. Пошутил с официантами, поздоровался с рабочими, узнал, как дела у озеленителя. Явно хорошо. Не зря же розы так пышно цветут, и ни один кустик не пропал. Кролики сыты и довольны. Красные рыбки в пруду резвятся беззаботно. Не понимают глупенькие, что скоро зима, и водоем замерзнет. Но и об этом загодя подумает хозяин. Не пропадут. Как не пропадает ничего в этом беспокойном хозяйстве. Каждой травке свое место. За домики, такие милые снаружи и теплые внутри, Александр Васильевич считает неприличным взимать почасовую оплату. Приехали гости на Осокорки, милости просим, отдыхайте. Все равно на свежем воздухе проголодаетесь, а перед казачковской едой еще никто не устоял. Всякие там шашлыки соленья – это понятно. А вот тандыр-меню так просто цепляет за все вкусовые рецепторы сразу. Шеф-повар Вячеслав Вакуленко именно для тандыра молодого барашка предварительно вымочил и промариновал в букете специй с чесноком. Потом несколько часов во врытой в землю печи и можно украшать. Да, сколько бы ни изобреталась пара конвектоматов с разными там возможностями, а природную, тысячи лет назад придуманную печь еще никто не сумел превзойти. Все же есть и в кулинарии вещи, не подвластные времени.
мне. Как дела у старшенького казачка, того, что на Совских прудах? Отлично. За него спокоен и директор, и бессменный управляющий Виктор Степанович Правдивый. Он обозначил начало бизнес-сезона специальной страничкой в меню. Это завтраки. Конечно, бывают, приезжают казаки на модных машинах и завтракают по принципу «зранку пиво робить диво», но это иногда. В основном заказывают оладушки горяченькие, сырнички из свежего творожка, какао, любую, но чаще гречневую кашу с молоком, супчики легкие, особенно часто берут яичницу из 10 яиц. Зачем столько? Так они ж перепелиные. И это в обоих ресторанах. И в каждом казачке с 6 до 11 утра действует скидка 25% не просто на завтраки, а на все меню. Но это не значит, что по вечерам в казачках менее интересно. Один гурт зеркала чего стоит. Смотрите, встретимся вечером, и я вам все расскажу о вечерних казачках в следующей программе. 6 лет назад Эней был супермаркетом, а при нем маленький барчик. То ли место оказалось фартовым, то ли владельцы деловыми, то ли имя моторного парубка принесло удачу, а может, сработало все в комплексе, но сегодня Эней на Абалоне – это образец успешно развивающегося предприятия. Недавно он стал клубом. Но развлечения по-прежнему – это лишь дополнение к очень выразительной кухне ресторана «Эней». А работает он круглосуточно. Смена сезона предполагает и обновление меню. Пчелы трудятся над осенними цветами, собирая сладкий нектар. А шеф-повар ресторана «Эней» Раиса Михайловна Корж тоже привыкла работать как пчелка. Но всегда с настроением, легко, заряжая позитивной энергетикой то, что отдается в зал. В салате «Морское чудо» переплелись, не мешая друг другу, кальмарчики, креветки, шампиньоны и сыр. Пикантный с тунцом – откровенная Италия. Тут вам и спаржа, и фасоль, и тунец в собственном соку. А лимон и оливковое масло в качестве заправки подтверждают средиземноморское происхождение салата. Крабовый вообще без комментариев, потому что натуральные крабы и сами по себе деликатес. А среди лояльного окружения – тем более. После таких салатов за столом сидеть уже тяжеловато. Перед горячим – бильярд, подходящая разминка. Попал, не попал, выиграл, проиграл – неважно. Потому что на столе, как грибы после дождя, появляются новые блюда от шефа. Печень по-берлински с яблоками – удачная вариация Энея на классическую тему. На сыре пармезан сделан акцент в блюде свиные ребрышки под сырным соусом. Но не проиграли и отбивные от того, что запекались в картофельной корочке. Потому что и в этом рецепте не обошлось без пикантной подробности – мускатного ореха. Надеюсь, что теперь ни у кого не осталось сомнений, стоит ли ехать на Абалон. Конечно, стоит. В гости к моторному парубку и в ресторан. Фондюбар еще называется рестораном постоянных новинок. Почему? Давайте разберемся. Мне особенно нравятся два символичных входа. Хотите из сердца глобуса, когда ноги устали ходить, глаза смотреть, руки перебирать и примерять. Или со стороны Майдана, через пищу духовную. Книги в фондюбаре вроде такие, как везде, а воспринимаются не только как источник знаний. Эти творения можно брать с собой в зал и под бокал вина или чашечку кофе долго листать, определяя созвучность автора своему мировоззрению. Третьим в этом случае может быть разве что повар. И то, если он интеллигент и умница, как Сергей Рудько, шеф-повар фондюбара. Между гостем и его книгой он вписывается идеально, потому что дипломат не только по состоянию души, но и по образованию. Учится в Институте народного хозяйства на факультете международные экономические отношения. Зачем? Ну как же, повар должен уметь хорошо считать и ладить с людьми. Все правильно. В результате на свет появляется такая еда, которая определила фондюбар в разряд самых модных в столице. Хорошо освободилось местечко на диване, можем поговорить. Кальян покурили. Почему ресторан постоянных новинок? Получив некий статус старомодного заведения, этот статус обязывает, необходимо его поддерживать. А так как большие ставки делаются на развитие и всевозможные промоутирование кулинарной концепции, вот, то есть
чуть-чуть, может быть, для кого-то, к сожалению, уходим от всеми хорошо известного фондю и развиваем непосредственно кухню от нашего шефа. Это в книгах содержание на последней страничке. Ресторан – другое. Сначала блюда описываются так, чтобы захотелось их отведать. Извольте, урожай удовольствий от шефа. Роллы из похрустывающего теста, начиненные филе кролика с грибами под тимьяновым соусом. Сыр «Неоклассик» в дуэте с ломтиками медового инжира повар определил как гормон радости, а картофелю в телячьем филе с лисичками и вовсе дал свой псевдоним «Гратен Руткевич». А почему ты так сделал? Картошке дал свою фамилию? Потому что это тоже никто не делал такую картошку. То есть у меня есть своя фишка. Фишка – это наша сеть. А десерты в исполнении такого повара, как Сергей, могут стать оружием массового пленения сладкоежек. Ведь штрудель в рисовой бумаге и ананас в карамели с малибу вызывают привыкание и беспричинно постоянную тягу в фондю-бар. Выход один – сидеть и есть до вечера, чтобы потом до утра танцевать. Программа снимается при поддержке компании «Оливер», представляющей в Украине лучшие торговые марки Грузии «Боржоми», «Марани» и «Вайнмен». Шана Това или сладкого Нового года желают друг другу евреи в этот праздник. Оказывается, сегодня, 15 сентября, исполнилось 5765 лет со дня появления на Земле первого человека Адама. С восходом первой звезды евреи начинают праздновать, а ритуальная еда в этот день – яблоки с медом. К счастью, и место теперь имеется подходящее – еврейский ресторан «Цимис» на Подоле. Да, многочисленно племя Моисеева. В «Цимисе» яблоку негде было упасть, негде и незачем. Яблоки резали и с медом выносили в зал, как угощение от шефа. А сама Белла Львовна Гольдман в этот вечер грешила вовсю, потому что работала. А Зохенвей, чего не сделаешь ради дорогих гостей? Ресторан недавно открылся, а уже весь Киев знает о том, что «Цимис» – это мясная классика еврейской кухни из парной телятины, моркови и фруктов. И что готовится цимис по рецепту Фриды Хавниной из Бердичева, однажды упавшей в обморок во время бритмилы, обрезания ее племянника Левушки Соскинда. Равно как и чолнт, традиционное блюдо на шаббат, готовят только в ресторане цимис, и, соответственно, только здесь его и едят. Вас что-то не устраивает, Яша? И еще я имею вам сказать, при чем тут форшмак, хоть он в цимисе и сказочный. Если на Рош-Хашану, еврейский Новый год, все порядочные евреи едят семгу и палтус в слоеном тесте над зажженными свечами. Ой, с этим в цимисе порядок. Минора и звезда Давида светят исправно, указывая евреям, их многочисленным друзьям и родственникам, правильный путь не через пустыню, а на Подол, в ресторан «Цимис». Спонсор рубрики – торговая марка «Арарат». При поддержке туристического агентства «One to Go» и торговой марки «Арарат» мы продолжаем ресторанное путешествие. Добро пожаловать в Тунис, говорю вам я и вот этот молодой человек, надевая на гостя ожерелье из цветков жасмина. Потом, как и у нас, гостей усаживают за стол, предлагая выбрать блюдо и оценить свежесть рыбы. Ей не более получаса с момента вылова. Пока рыбу оставили наедине с поваром, можно оглядеться. Ресторан-дискотека «Калипсо» не для туристов. Здесь в основном отдыхают местные, богатые и красивые. Да, столько очень красивых людей в одном зале я не видела никогда. Африканская кровь с французским шармом – сочетание невероятной магнетической силы. В Тунисе богатые люди не спешат узаконивать свои отношения, так как при разводе практически все остается жене. А еще свободный ислам в этой стране не запрещает алкоголь, поэтому подарок от нашего спонсора торговой марки «Арарат» восприняли с одобрением. Чтобы привезти домой что-нибудь ненужное, сначала его нужно купить. Медина, старый город с базаром, гораздо цивилизованнее, чем в Турции или Египте. Выкриков типа «Русский шара, заходи!» вы не услышите никогда. Торговцы смотрят призывно, при этом стараясь изображать безразличие. Могут даже притвориться спящими. Цену назовут в 10 раз выше той, за которую мечтают продать свой товар. Об Украине имеют великие познания, все кричат «Шевченко». Правда, о Тарасе не слыхали.
Но так или иначе, а поторговавшись часок-другой, хочется все бросить и пойти на пляж. Тем более, что Средиземное море не только прозрачный, теплый и ласковый релакс, но и подводное царство, которое поставляет в прибрежные ресторанчики рыбу и прочие морепродукты. Тунисцы говорят так: если пришел в ресторан и растерялся, не зная, что выбрать, то ли мясо, то ли рыбу, то ли морепродукты, нужно на кончик языка положить чуть-чуть арисы. Это жгучая местная приправа, и сразу все станет ясно. Попробуем. В ресторане «Звезда Марии» все, что плавает и ползает по дну, готовят вкусно. Но мушлей, то есть мидий, смело заказывайте ведро, не оторветесь. И хотя нашим туристам угодить трудно, тунисцы относятся к этому философски. Мол, ничего, люди еще не отдохнули от своего безумного ритма. И в качестве лекарства пропишут кальян и мятный чай с орешками. Им нас не понять. В Тунисе рабочий день начинается не очень рано, а заканчивается в 3 часа дня. А что потом? Здоровый сон, пробуждение, душ, прогулка по ночному городу и, правильно, ужин. Из скольки блюд? Ну, мы же не во Франции. Это там все порционно. А в Тунисе, хоть он и был французской колонией, выносят по старинке. Кстати, как и у нас, заставляя стол огромным количеством общих тарелок с салатами и холодными закусками. Что вкусно? Почти все. Ливанский ресторан в центре города Хамамет знаменит своими хумусами. Это паста из гороха нут и оливкового масла. Долма из виноградных листьев с овощами, похоже, блюдо интернациональное. Впрочем, в мире не изобрели и другой формулы успешного ресторана, кроме как вкусная еда, идеальный сервис и хозяин в зале. Он приветствует гостей, он в курсе их новостей и он гарант качества во всем. Хозяйка обязательно покажет казино. Страсти к игорному бизнесу наши страны похожи. А в чем различны? Госпожа Рим назвала Киев городом приятной суеты. Я благодарю вас за внимание и ждем приглашения. Стретем стривичера Алкала Тунез. Bienvenue à Tunis. И если бытие определяет сознание, то выбор отеля в Тунисе лучше всего доверить фирме One2Go. В этом случае сюрпризы, если и ожидаются, то исключительно приятные. Например, заказывая 5-звездный отель Дархаед с завтраком и ужином, вы понимаете, что это будет вкусно и комфортно. Но кто бы мог подумать, что из окна двухкомнатного номера, который даже в высокий сезон стоит всего $30 в сутки, откроется такой вид на море. И что чайки будут завтракать у вас на балконе. И что ласковый прибой будет касаться ножек стола, за которым ужинаете вы и он или она. Сезон в Тунисе до конца октября. Еще есть время построить планы на новую счастливую жизнь. Чем эта страна будет развлекать? Пустыни и Сахары – это само собой. В глиняных пещерах там живут берберы – древнейший народ этой страны. Впрочем, живописные горы берберы тоже не покидают. Сохранив свой язык и обычаи, они охотно демонстрируют их туристам. А за динар предсказывают счастливую судьбу. В Тунисе нет полных людей. Лишний вес едет из стран бывшего СНГ, к нему же прилагаются доллары, динары и невероятное усердие в талассотерапии. Морская вода, добываемая из каких-то невероятных глубин и по формуле похожая на плазму крови, и впрямь творит чудеса. Эффект такой же, как от лечебниц в Баден-Бадене, только в 10 раз дешевле. Жир растворяется со скоростью горячего парафина. А похудение с омоложением – это, знаете ли, реальные перемены в судьбе. За ними и едут, их и получают. Тем более, что в меню ресторана посчитана каждая шальная калория. И только наша ненасытная съемочная группа заказывает кускус. Да, это калорийно. Да, это крупа на основе пшеницы. Да, это древнейшее блюдо стран Северной Африки. И оно вот уже несколько лет завоевывает симпатии ведущих поваров мира. Это так вкусно и так не похоже на тот кускус, что готовится в наших ресторанах, что опять хочется в Тунис. Столица Туниса – город Тунис. В нем столько ресторанчиков, один другого краше и вкуснее, что к вопросу выбора нужно подходить очень тщательно. Хамуда Паша – человек и ресторан конца 17 века. Само здание возводилось для услады Паши, который содержал гарем, вкусно кушал, много отдыхал и мало работал. Об аморальности такого поведения спорить поздновато, а вот поужинать его Паши блюдами – самое время. –
принесут любимые и национальные. Брик – что-то вроде чебурека внутри с тунцом и сырым яйцом. Как это возможно слепить, знают лишь искусные повара Магриба. А вот кускус с колбасой типа кровянки, бубнит, готовят многие, но не у всех получается. Как рыба с домашними макаронами или баранина в соусе. Вот и считайте, сколько выходит гастрономических причин срочно поехать в Тунис. Я прощаюсь с вами, уважаемые зрители, в этом замечательном замке арабского паши. Здесь есть все. Даже 4 комнаты для гарема. Кухня тоже очень вкусная, поэтому я благодарю вас за теплый прием и прошу пригласить наших зрителей в гости. Встретимся вечером. Вы в ресторане Хамуда Беша, 56, rue Sidi Ben Arous, La Medina, Tunis. Правда, в Тунис не ездят, а летают каждую среду и субботу чартерными рейсами авиакомпании «Нувелейр». На борту кормят, как в ресторане, потому что все приготовление на земле подчиняется не просто требованиям супертехнологии, но и поражает стерильностью производства и свежестью продуктов. Эх, я бы в летчики пошел, пусть меня научат. Ну, а если поздновато, то и туристам можно запросто облететь весь мир, доверяя программе «Встретимся вечером».